Для приднестровцев, которые видят свое будущее вместе с Россией, да и в принципе считают себя частью русского мира, просто необходимо участвовать в политическую жизнь России. Ведь благодаря России мы живем в мире. Россия всегда поддерживает нас, поддерживает наших пенсионеров, поддерживает наших студентов. Российские надбавки, льготы для служащих российской армии, поддержка социально незащищенных слоев населения, стипендии для студентов, которые учатся в наших вузах, и возможность бесплатного обучения для студентов, которые уехали в Россию – вот за что голосуют приднестровские россияне. Для каждого из нас эти выборы крайне важны. От результата этих выборов зависит, какие силы придут в парламент Российской Федерации, какова будет экономическая и внешняя политика России, каково будет влияние на жизнь каждого приднестровца. Поэтому у каждого есть шанс оказать влияние на будущее не только России, но и маленькой, горячо любимой нашей республики. Приднестровских россиян знают, уважают и работают с ними многие известные люди России. Особенно много наших талантов в культурной сфере. Дмитрий Дунаев, руководитель культурно-патриотического проекта «Россия. Вечная держава», обратился ко всем россиянам, живущим в Приднестровье. Я очень прошу всех прийти на эти выборы и проголосовать. Потому что от этого зависит будущее нашей страны, будущее нашего Отечества, будущее наших детей. Приходите, голосуйте, это очень важно.